Всем привет, вы на канале ZEF, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о ежемесячном обновлении акции бонусов Red Dead Online. Месяц получился довольно интересным и странным одновременно. Есть как и приятные моменты, так и не очень, но скажу так, если вы старичок и уже все скупили в игре, то ничего нового не найдете в игре, куда потратить ваше сбережение. А вот если вы изучаете этот дивный мир, то для вас много интересного найдется. Друзья, перед началом ролика у меня к вам будет небольшая просьба. Нам осталось совсем немного до 20 тысяч подписчиков на канале. Буду всем очень благодарен за вашу активность, если вы поможете данную отметку взять максимально быстро. Итак, начнем с того, что данный месяц не привязан ни к одной роли. Тут все распределено по всевозможным активностям, и выделить конкретную одну нельзя. Многие будут говорить, что месяц земли возможностей, ведь на эти задания действуют двойные выплаты. Но есть еще избранная серия, режим к оружию, события свободного режима. За все эти активности платят вдвое больше обычного. Правда, не во всех заданиях, по всем трем направлениям. Как вы поняли, месяц можно назвать месяцем интересных активностей в свободном режиме. Игра как бы заставляет отвлечься от ролевых тягот и посмотреть на игру со стороны незаурядных заданий и режимов. В некоторых испытать себя. А вот какие увеличенные бонусы нас ждут в игре. В два раза больше RDO долларов, золота и опыта в избранных сериях, за сюжетной миссии «Земля возможностях», в событиях свободного режима. В два раза больше долларов RDO и опыта в миссиях свободного режима, за режим к оружию и в гонках. Пройдемся по предложениям с наградами. Сразу предупреждаю, что в России награды приходят через раз. Кому-то вообще ничего не приходит, кому-то все, а некоторые получают только одну награду. Поэтому если не получим, то можете испытать удачу, написав в поддержку. Но в большинстве случаев ничего из этого хорошего не выходит. А теперь о наградах. Участвуйте в событии свободного режима «День расплаты», чтобы получить скидку 30% на предмет для роли ветерана или престижного охотника за головами. Участвуйте в событии свободного режима «Спасение», чтобы получить предложение со скидкой 40% на предмет для установленной или выдающейся роли коллекционера. Участвуйте в событии свободного режима «Торговый путь», чтобы получить предложение со скидкой 40% на предмет роли установленного или выдающегося торговца. Заняв призовое место в любой гонке в этом месяце, вы получите пару зеленых шпор Вахера Барокко, которые будут доступны только в течение ограниченного времени. За произношение сразу извиняюсь. Завершите 5-дневную серию ежедневных испытаний до 4 сентября, чтобы получить предложение на скидку в 5 золотых слитков на любую роль, то есть набор образцов натуралиста, стол мясника, лицензия охотника за головами или престижная лицензия охотника за головами, самогонная лачуга или сумка коллекционера, то есть скидку на любую роль можно получить. Завершите события свободного режима с 1 по 7 августа, чтобы получить 5000 очков опыта персонажа. Завершите события свободного режима с 8 по 14 августа, чтобы получить карту сокровищ. Завершите события свободного режима с 15 по 21 августа, чтобы получить 20 экспресс-патронов для дробовика. Завершите события свободного режима с 22 по 28 августа, чтобы получить 3 эффективных лекарств для здоровья. Завершите события свободного режима с 29 августа по 4 сентября, чтобы получить предложение со скидкой 50% на стойло в конюшне. Скидки месяца. Бесплатное быстрое путешествие, сборы за установку лагеря и перемещение. Скидка 40% на некоторые эмоции, брошюру, связанную с лошадьми, винтовки и штаны. Скидка 30% на лагерные палатки и собак, патроны для револьверов, а также лошадей породы Миссури Фокстроттер. Также из ограниченной серии доступны штаны и жилет. Подробнее смотрите у портного. Костюм месяца также есть, но крайне убогий. Сейчас вы можете его наблюдать, правда, шляпу и маску, а также перчатки – это мои. Костюм очень скудный, нет ни обуви, ни шляп. В целом месяц получился довольно хорошим на выплаты, награды и бонусы, хоть и не связан с ролями. Для старичков все как всегда, а вот новичкам есть где разгуляться. Поэтому запоминаем, о чем рассказал, и действуем. Ждем хэллоуинский абонемент в октябре и надеемся, что не второй будет, в третий раз. Пишите ваше мнение о ежемесячном обновлении, что понравилось, а что нет, и в целом, что думаете о месяце в РДО. Всем спасибо за просмотр ролика, надеюсь, он вам понравился и был полезен. Если это так, то с вас подписка и лайк, а с меня новый ролик. Всем до встречи, друзья!